Привет! Вы на канале Алиса, и это уже моя вторая часть недели влогов. Я совсем недавно проснулась, кстати, на часах уже 10:20. Сейчас пойду умываться, показывать мои занятия физкультурой я не буду. То есть я сейчас пойду умываться и завтракать. Ребята, я уже на кухне, и на завтрак я сегодня решила себе сделать яичницу. Собрать портфель. И с собой в школу я возьму вот такой вот питьевой йогурт на случай, если я проголодаюсь, я смогла его попить. Его я тоже положу в рюкзак. Привет, ребята! Я уже вышла и уже подхожу к моей школе. Я пришла, первым уроком у нас была не урочка, у нас была самостоятельная там с вопросами. Мне по обоих есть канал, у нее называется Вика Айс, а нее Лена Ёбанова. Ссылка на их канал будет в описании. Подписывайтесь. Началась репетиция, и мы идем на английский. И нам скоро скажут оценки за них. У нас был диктант. А еще вот этот стих мы будем рассказывать. Нам его надо было выучить, он легкий.
Когда мы вчера писали вот эти самостоятельно, они были очень легкие. Я, конечно же, получила 5. Они были очень легкие. Я уже иду домой, и когда я приду домой, я пойду на танцы. Всем привет, я уже пришла домой. Надеюсь, я успею сделать хоть часть уроков, потому что совсем скоро мне уходить на танцы. И выхожу из подъезда и иду на танцы. Я уже пришла на танцы. Это моя подружка Полина. Привет. Это Алина. Привет. Да, у нас сейчас будет тренировка в 7 часов, 19:00. Так что сможешь поснимать, Алина? Твое слово. Я вопрос хорошо. Ждем, пока нас пустят. Да, нас еще не надеюсь, пускай. Сегодня не будет занятий на пол. Я вообще не хочу, у меня ноги болят и руки. Так, всем пока-пока. Я уже пришла с танцев, и на этом моя вторая часть недели влогов заканчивается. Всем пока! Спасибо за просмотр этого видео. До завтра! Пока-пока!